получения жилья, качественного лечения и доступных лекарств. С такими вопросами зачастую обращаются к акиму жители Алматы. Об этом Бакыджан Сагынтаев написал на своей странице в Инстаграм. Глава мегаполиса накануне провел личный прием горожан. В основном люди просят предоставить жилье вне очереди. Однако, как отметил аким, это ущемляет права тех, кто стоит в очереди уже давно. К слову, до конца года планируется сдать больше 1000 квартир. За помощью приходят и мамы, воспитывающие детей-инвалидов. Их интересует доступность лечения, реабилитация и обеспечение лекарствами. По каждому спорному вопросу будут организованы комиссионные выезды, заключил Бакыджан Сагынтаев.